Здравствуйте! Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Брянская губерния». О наиболее заметных культурных событиях на завтра, четверг, 23 марта. Расскажу вам я, Оксана Измерова. Областной театр драмы приглашает на спектакль «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. Режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Борис Ярыш. Неспешные разговоры с игрой вопросов и ответов, теплота человеческих отношений, пронзительная игра актеров Иосифа Камышева и Светланы Сырянной, завораживающий вокал Олеси Македонской. Начало 18 часов. Театр юного зрителя представит спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по сказке Ганса Христиана Андерсена. У каждой игрушки, когда нас нет рядом, начинается своя жизнь, которая не всегда бывает веселой и беззаботной. Одну из таких историй вы увидите завтра в 10 часов. А в 14 – бессмертная комедия Александра Грибоедова «Горе от ума». В музее братьев Ткачевых открылась необычная экспозиция «Люди из леса. 40 фотографий». Сотрудники заповедника «Брянский лес» обнаружили старые снимки на местах бывших лесных деревень. Герои этих фото жили в окружении того красивого мира, который называется лес. Увидеть подлинники вы сможете завтра с 10 до 18 часов. В городском выставочном зале можно посетить фотовыставку «Женский взгляд». Ее представляют женщины-фотографы Народного фотоклуба «Брянская улица». Весеннюю выставку отличает особенное радостное настроение и разнообразие сюжетов и жанров. Увидеть новые работы неоднократных победителей российских и международных фотоконкурсов вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Также в городском выставочном зале представлен проект «Сальвадор Дали. Священное послание». Впервые в России самая масштабная графическая серия величайшего художника 20 века. Его иллюстрации к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского собрания. Ни одной из 105 представленных на выставке работ нет в собраниях российских музеев. Увидеть уникальные работы вы сможете завтра с 10 до 19 часов. Брянский театр драмы отметит День театра традиционным театральным капустником. В этом году он будет посвящен экологической тематике. 27 марта зрители не только увидят остроумное представление, но и станут свидетелями подведения итогов областного театрального конкурса «Успех». До свидания.